Okay, as we're starting, let me ask some questions. Давайте для начала задам несколько вопросов вам. How many of you are married now? Кто сейчас состоит в браке из тех, кто присутствует? Okay. Anybody here divorced? Кто-то в разводе есть? Здесь присутствующих. Okay. Anybody here not married yet? Кто еще не пока что не женат, не замужем? А есть те, которые вот не женаты и не замужем, но думают, когда-нибудь э, вступить в брак. Значит, для, для всех вас очень важно, чтобы вы были внимательны на этих занятиях. Для начала расскажу немного о себе и о нем. We have been married for 37 and a half years.: It has been a very interesting ride: We have two children of our own. Uh, our son is 35 years old. 35. He's married and has two sons.: One женат и у него тоже двое сыновей. Our daughter is 34 years old, and she's married and has two sons and a stepdaughter. So, why would I tell you this?

и если я хочу чтобы вы меня другими с вами если я хочу чтобы вы меня слушали я должна вам показать как это работает these are и это те принципы которым мы научились некоторые довольно сложно было понять и мы прошли через тяжелые э, времена We do not come as perfect parents. Мы не приехали сюда как идеальные родители. He's not the perfect husband. Он не идеальный муж. And I am not the perfect wife. И я не идеальная жена. Hard to admit, I just am not. И тяжело признавать, но я не идеальная жена. Если у вас есть Библии, Псалом 126. Now, would you read it for me, Kirill? Uh, yeah. The uh, whole thing. K um, because we have a dif differences. In oh, in yeah, okay. Homes. That's right. I forget. It's the one that starts, unless the Lord builds the house. Okay. Is that 127? Just as, uh, 126, I think. 126 for you. Yeah, just a second. Uh, it's short, so would you read the whole thing? Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах фактически это основ, основное место писания для этого класса если господь не созиждет наш дом то неважно какие усилия мы прилагаем ничего не получится поэтому мы хотим строить наши дома по божьему плану еще важное, что нужно отметить здесь. заключается в том, что нет разницы между вашей, как бы, светской жизнью и духовной жизнью. Это все, эти обе сферы, они идут вместе. Мы рассматриваем, как бы, все аспекты. Мы не можем ходить в церковь и быть по-настоящему духовными. And then go home and fight like cats and dogs. Ругаться, so we want to do the whole thing. Now, another scripture that um, I would want to read is Jeremiah 31 33. You want to go ahead and read it? Or do you want me to read it first? I can read it. All. <laughs> Make sure we've got the same. Okay, please read it. Got to get the right verse. Jeremiah thirty-one thirty-three. 33. Uh, God is talking. Mm -hmm. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them and on their heart. I will write it, and I will be their God, and they shall be my people. Говорит Господь, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом. You, hey, и нужно понимать, что то, о чем мы будем делиться, это не просто перечень правил. These are not the ten to Karen and Kirk. Это не десять заповедей по по версии Кирка и Кэррэн. We have a new covenant. And so we want to walk in that covenant of love. Хотим, э, now, my other warning uh, from Scripture comes from Galatians chapter 3, verse 3. And it basically, Paul saying, if you've begun in the spirit, don't think you're going to finish in the flesh. где говорится, что начав духом, не, э, не оканчивайте плотью. То есть, другими словами, даже если у нас есть очень хорошие принципы, но мы хотим, э, хотим их исполнять только по плоти, то ничего не получится. Some of you have been a long time. Может быть, кто-то уже состоит в браке долгое время. Кто-то еще не вступил в брак. Each family is going to apply these principles differently. И, приним, äh, okay, this is a Jewish Bible Institute. еврейский библейский Why would you teach this class in a Bible school? Uh, Number one, Первое. because how you relate to your family. Первое, это потому что то, как вы, э, какие вы имеете взаимоотношения в своей семье, будет отражаться на ваших э, взаимоотношениях с Божьей семьей. Просто запишите место Писания. 1 Тимофея 3, 4 and 5. 1 Timothy 3, 4, 5 стих. It, says it, I believe it. And I've also experienced it. И так написано, я в это верю, и я это пережила в своей жизни. How a man or uh, pastor uh, ministers to his family is how he's going to pastor his church. То есть человек так относится, как он относится к своей семье, так он и будет пасти церковь. That's just the way it works. Так оно и работает. Второе. How how you relate to your family is going to relate is going to determine how you relate to your city. То, uh, как вы относитесь к своей семье, uh, будет uh, выражаться в том, как вы относитесь к своему городу. В 126-м псалме Давид начинает с дома, говоря о том, что если не созреждает Господь дома, но потом он переходит к городу. And we're all about reaching our cities. И мы должны достигать и достигать наших городов, в которых мы живем. Now are all of you from Odessa? Or are you from other cities? Все из Одессы или есть кто-то из других городов? No, there are people from, there, yeah. from outside. I mean, Одессы, Different cities. Каждый из вас находится в том городе, в котором он живет, для того чтобы достигать этот город. And so we want to build strong families so we can reach our city. Now, if you look in verse 5 of that psalm, you'll see another thing. The third reason we want to teach this course in a Bible school is that your effectiveness in spiritual warfare will be affected. By your family relationships. Uh, еще одна причина, по которой мы преподаем этот курс, uh, заключается в том, что то, как вы относитесь к своей семье или какие у вас взаимоотношения в семье, согласно пятому стиху из этого же Псалма, uh, вы можете увидеть, uh, как вы будете вести духовную войну ну может быть здесь таких uh, людей нет в общине но мы видели таких много в америке когда люди приходят в церковь они там связывают развязывают демонов But their families aren't working. но у них очень большие проблемы в семьях а потом они еще и дьявола во всем этом обвиняют Your family, your war, your spiritual authority, your warfare will be stronger if your family is strong. Does that make sense? Okay. Let's look at. I always like to go back to the beginning. What is a family? начнем сначала. Let's go back to the beginning. Let's go to Genesis chapter 1. Uh, that really is the beginning. Now, I'm not going to take uh, all the time to read, uh, but I, I would like for you to read maybe tonight um, Genesis 1, 26 through 31. And Genesis 2, uh, verses 18 through 25. И второе и в, бытие 2 с 18 по 25 стих прочтем about the ideal as it и я uh, отмечу несколько вещей по поводу того как uh, как началась семья с чего она началась у них была работа которую нужно было делать work, to do. Their work was Uh, и их uh, их работа была наполнение they had with each other. у них были взаимоотношения друг с другом they from each other. они не прятались друг от друга первый, Адам и Ева. See, they were naked and они были ноги и не стыдились Pretty amazing. They were... by each other. это довольно удивительно то есть они были приняты друг другом.

В Америке обычно это слово связано с порнографией и всякими плохими вещами. Но вот это слово ⁇ эрос ⁇ оно вообще-то означает ⁇ Я люблю тебя за то, какие чувства ты вызываешь у меня ⁇ это как любовь на крючке, как бы с крючком. Most of what passes for love in our world is that kind of love. I love you for how you make me feel. И, ну, большинство вещей в этом мире именно основано на такой любви. Я люблю тебя за то, что ты, какие чувства ты вызываешь у меня.

She make him feel good Потому что она больше не удовлетворяет его, он больше не чувствует себя хорошо рядом с ней. Но это была не та любовь, которая, э, которая была насыщена атмосфера вокруг Адама like we и Евы. И это было, как вот мы сейчас пели песню, когда поклонялись, как он любит меня, они жили в этой любви. Бытие, 3 глава. Давайте посмотрим, как начались проблемы. Все не будем читать, но некоторые вещи отметим. Вот эти люди, которые были созданы по образу Божьему. И сказано, что и мужчина, и женщина были оба подобием и образом Божьим. И я вам скажу так, что нужно, нужны мы оба, чтобы показать Божью любовь нашим детям. The mother often shows that unconditional и обычно жена или э, мать она выражает без, безусловную любовь, то есть я тебя люблю независимо от того, насколько вонючие твои памперсы. Но как бы часто муж выполняет такую функцию, что он э, говорит именно какие-то сложные или серьезные вещи своим детям. Папа. Provides the identity and the security. Uh, отец или папа он выражает как бы принадлежность и безопасность. А uh, мама это обучение и забота. Okay, so are, Итак, вот эти двое людей они пребывают вместе. И, и к ним переходит сатана. It's important to notice that the woman was deceived очень женщина была it's important for the women to realize it очень важно понять first Timothy lets us know we can still be led astray by our soft hearts our, our soft heart can make me I can be deceived И в первой мы, мы можем понять, что наши как бы мягкие сердца, они позволяют тому, чтобы мы можем быть обманутыми. Значит ли это, что я глупый или глупая? Но здесь еще возникает одна вещь, которую мужчинам важно помнить. The man was not Мужчина не был обманут. He knew exactly what he was doing. он точно знал что он делает он как бы э, э, он, это был это было проявлением бунта and stood there and watched her. он стоял там и смотрел как, как это с ней происходит he didn't say, no, no, don't do it, baby. И он не, не стоял и не говорил, о, о стой, стой, не делай этого. Not a good idea. Это плохая идея. Не, no, like, her. Her <laughs> он стоял и думал, так, посмотрим, что с ней произойдет, а потом, если что, и я попробую. Спасибо. Что они потеряли? Они потеряли свою свободу и чувство при принятия. Моментально. Shame came in. Стыд э, вошел в их жизнь сразу. Blame shifting, I'm shove the blame on else. И э, обвинение или перекладывание вины сразу тоже пришло в их жизнь. This one me. Это всегда удивляло меня. Это то, что меня удивляет. Here's Adam. Вот Адам. He has two friends in the universe. У него есть только двое друзей во всей вселенной. God and the woman. <laughs> Бог и женщина. And he both of them in one и он а, от а, как бы становится отчуждает себя от обоих сразу. Эта женщина, которую это ее вина говоря так, что это вот эта женщина, которую ты дал мне, она виновата. So he's blaming Eve. Well, she's not Eve yet. He's blaming the woman, and he's blaming God. И он, то есть, обвиняет и Еву, то есть, ну, жену и Бога сразу. I bet he was lonely. I bet he was lonesome at that lonely at that time. Who? Ah, okay. и, и Адам остался как бы один, одиночкой сразу.

и каждая женщина наверное которая уже находится в браке больше двух недель она наверное может почувствовать что значит быть евой вот этот мужчина который я думал что он будет защищать меня и любить меня and he is throwing me under the bus. Uh, он меня бросает под автобус Thanks a lot, buddy. Спасибо, now, the woman, what happens to her, she also gets sorrow in her childbirth. Uh, she, she, it's like we know as women we have lost that place of co, co reigning with our husbands. Co uh, how we, that we were going to take dominion together. И, то есть, женщина теряет вот эту способность э, быть э, также э, властителем или хозяином вместе с мужчиной. И сказано, что наше, э, то есть, желание женщины будет теперь, э, как бы, э, вла, э, в, вла, э, властвовать над мужчиной. And we, we, and we, we, it's, it happens now. We still are reaching for the relationship. Now, there are times that there will be a man that's reaching for the relationship, but usually in a marriage, it's the woman that's like, come home, come talk to me. Let's get, no, talk to me. В определенные моменты бывает, что мужчина как бы хочет отношения, но чаще всего это то, что есть в сердце женщины, что она постоянно говорит: приедь домой, да поговори со мной, побудь со мной. И до, то, что происходит с мужчиной, до того, ему э, он, мужчина должен был просто трудиться, работать, но теперь он должен трудиться в поте лица. Now, Я хочу кое-что объяснить по поводу проклятия. Um, so curse, когда всякий раз, когда мы думаем о проклятии, мы путаем Иегову, смешан с Зевсом. И иногда мы просто смешиваем Господа Яхве с Зевсом. Zeus is the God that lightning bolts. Uh, Зевс — это Бог, который метает молнии. That's not это не Яхве. Это не Бог Всевышний. Мы можем сказать, что A very когда Бог сказал Адаму, что теперь земля проклята из-за тебя, это как мы говорим э, нашему ребенку, что, послушай, ты сломал очень дорогую вазу. И когда Бог сказал, послушай, земля теперь э, проклята, то имелось в виду, послушай, ты, тепе, ты сломал просто это. Она разбита, сломана. Now understand, God desires to restore. и божье желание восстанавливать And that's what we're all about, is restoring. и вот что теперь как бы какая у нас цель это восстановление и наша надежда это то что дух святой он действует через искупленных людей Идем дальше. Теперь переходим к моменту, когда нужно... Uh, мы должны понимать, uh, что такое власть. Когда вы слышите слово власть, это у вас хорошие или плохие ассоциации вызывает? Возможно, все зависит от того, какие... Какую власть вы встречали в своей жизни? Но мы будем рассматривать библейскую власть. Um, write down this, uh, Luke 7, uh, запишите место описания Луки 7, uh, с 8 по 10 стих. This is the story of the centurion. Uh, это uh, история о центурионе. И он хотел, чтобы Иисус а воин, у которого был болен слуга, и он хотел, чтобы Ишуа его исцелил. Like, no, no, и Ишуа собирался пойти, но тот сказал, не надо идти, скажи только слово. Was, said, so и его объяснение заключалось в том, что он сам был властью, он был под властным человеком, и он знал, как, э, как власть работает, как действует принцип власти.

и он не был если мы посмотрим на его жизнь он не был таким добрячком, который просто улучшал всем жизнь he confronted people that needed to be confronted. он обличал людей, которых нужно было обличать And he challenged people that needed to be challenged. и он бросал вызов тем кому нужно было бросать вызов But he was also very kind. но он также был очень добр. Я не, не нашла места, ни одного места писания в моей Библии, где бы Ишуа проповедовал против греха. И просто потому, что он был настолько свят, то его святость, она зажигала других людей, касалась других людей и обличала их. Иоанна 13. Это одно из моих любимых мест Писания о Иисусе. Let's stop with, uh, start with, stop with. Let's start with uh, verse 3. S3. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God, got up from supper, laid aside his garment, and taking a towel, he gird himself, girded himself, and he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet. Ишоу знал, что отец починил все его власти и что Он пришел от Бога и возвращается к Богу. Тогда он встал из-за стола, снял верхнюю одежду и повязал полотенце поверх пояса, затем налил в таз немного воды и стал мыть ноги Тальмидим и вытирать их полотенцем, которое было повязано у него поверх пояса. He knew he came from the с третьего, это с 3 по 5 стих. Он знал, что Он пришел от Отца. Он знал, что он возвращается к Отцу. Он был в полной безопасности. He knew who he was. Он знал, кто он, кем он был. Но исходя из этого, он э, просто преклонился к тому, чтобы омыть им ноги своим ученикам. That's this Jesus that we're in love with. Э, вот Ишуа, которого мы, мы любим.

где Ишуа говорит, что я не говорю ничего от себя, только от того, что слышу от Отца Небесного. И я не делаю ничего из того, что я не вижу от Отца Моего, делаю то, что вижу у Него. Вот это власть. Она не независимая. So the more the more authority that I want, the more dependent on Papa I need to be. Чем больше я хочу власти в своей жизни, тем больше зависимой мне нужно быть от Отца Небесного. И также в этом отрывке Он учит нас, чтобы мы, если хотим быть первыми, были слугами. 20 лет назад одна женщина пришла к нам в общину. И она начала пророчествовать Кирку. И она говорит, тебя ждет продвижение. И я подумал, ой-ой-ой. Это значит придется больше ног мыть. И продвижение в теле Мессии. Это... Связано со служением. Основано на служении. На том, чтобы служить другим. Now, what is to This is uh, что должна обеспечивать библейская власть? It Она должна обеспечивать безопасность. It uh, защиту. It to your gifts. Свободу для развития своих даров. Now, As you contemplate some of these truths, you may realize that maybe your parents didn't exercise biblical authority. И когда вы будете применять эти эти аспекты, вы можете увидеть, что ваши родители могли не пользоваться библейской властью в вашей жизни. Welcome to the human race. И добро пожаловать к человечеству. All of our parents made mistakes. Все наши родители совершали ошибки. And what you get to do. Where they made mistakes, is you get to them. И что вам нужно сделать, когда вы понимаете, что они совершали ошибки по отношению к вам? вам? Вам нужно их простить. Severely, um, life, Но если в вашей жизни просто очень, очень сильно uh, были какие-то перегибы в отношении власти, она была неправильна, то вам нужно побольше поразмышлять о Божьей власти. И всегда есть благодать для исцеления. И мы научились еще большему, чем по сравнению с тем, когда мы здесь были два года назад. Но наши родители очень сильно повлияли на нас. То, как я, какие отношения у меня были с моим отцом земным, отражалось на том, как, какие отношения я имела со своим небесным отцом. И то, как я как я смотрел на свою маму, какие отношения у меня были, влияет на то, какие отношения у меня со Святым Духом. Not, that that И верите или нет, но есть люди, у которых очень э, тяжел, э, тяжелые взаимоотношения с Ишуа. Они могут его принимать как спасителя, но э, Понимание о том, что это, uh, они в нем могут найти друга, их пугает. Uh, может быть, это какие-то uh, личные взаимоотношения, либо отношения с близкими друзьями. И нам нужно смотреть на то, что Дух Святой нам открывает. И прощать этих людей. Holy Spirit will bring things up. Дух Святой, просто покажи мне те вещи, в которых меня обижали, мне делали больно, и я просто выбираю прощение. Uh, не застревайте на том, чтобы обвинять ваших тех, с кем вы имели взаимоотношения или ваших родителей. Потому что если вы застреваете в вы и Потому что если вы застрянете на том, что будете обвинять, то вы станете похожими на Адама и Еву. Прощение это не прощение не заключается в том, что вы притворяетесь, как будто бы ничего не было прощение заключается в том что э, я понимаю что, э, что сделали по отношению ко мне и я выбираю отпустить это может быть в вашей жизни вы не видели правильного, э, правильной власти What happens most often, though, is that we have authority thats Kind of good in some ways and misses it и чаще всего в нашей жизни есть такая модель власти что она в хорошая в определенных вещах но также у нее есть многие недостатки давайте вернемся к стандарту библейская власть должна обеспечивать безопасность защиту и, и свободу для развития своих собственных даров. Okay, now we've about Let's talk about uh, мы поговорили о власти, теперь давайте поговорим о подчинении. Многие женщины, которых я знаю, они начинают нервничать, когда мы начинаем говорить о подчинении.

И заключается это в том, чтобы быть поставленным в ранг или в, в ряды, в военные ряды, для того, чтобы маршировать. So it's not about one being or worse. Это не значит, что uh, один лучше или, или хуже другого. It's not about one being worth more than the other. Это не It uh, is basically knowing how we're supposed to march. Now here's something else, ladies. Hang on to this. Men remember it. Ladies need to hold tight to this, and the men need to remember what I'm to say. Еще, есть еще одна вещь, за э, которую женщинам стоит э, зацепиться, а мужчинам понять и послушать. Is my gift. Подчинение ⁇ это мой дар. I give my to him. Я отдаю мое послушание, мое подчинение ему. Me, Но если мужчина пытается взять у меня подчинение, то это не подчинение уже. you absolutely does that microphone work or, okay notice how submitted i am i'll just stand close you can probably hear it when she's talking about submission uh, and things being it, it means to be in the right place or in the right order. And it might be best to describe that by saying if a car if they put the steering wheel of the car in the trunk it's not in the right order it's not in the right place. The steering wheel. First, okay. <laughs> То uh, есть uh, самый хороший пример это uh, если просто по поставить руль от машины ну, не в то место, то ни ничего не получится. very good то есть можно сделать, сконструировать любую замечательную машину, будет прекрасная аудиосистема, это будет замечательная машина, но если чего-то не будет хватать, то от нее не будет толку. То есть если жена отдает свое подчинение мужу, то все находится в правильном порядке, все оно работает, но при этом еще, конечно, муж должен быть на своем месте. Если возвращаемся к Ефесянам 5, то очень важно отметить, что 21 стих, он как бы начинает э, вот эту тему из э, из дальнейших стихов с 22 по 25 so to to мы должны быть мы должны подчиняться друг другу the to to и жена должна быть послушна мужу I love that little, that little word own и должна подчиняться собственному мужу я не должна подчиняться любому мужу. Одного достаточно будет. To to я когда-то думала, что должна вообще подчиняться мужчинам. Но это просто сводило с ума. Are, course, Но, естественно, есть мужчины, которым я лично тоже подчиняюсь но в этом смысле я должна подчиняться только ему. Um, there is one scripture that's interesting. First Corinthians Первое uh, коринфянам семь That says that both parties has have authority over the other person's body. Uh, там написано, что оба оба супруга они uh, как бы So the, you know it's it's in the context of don't say you're not you know you're not going to have sex with somebody because you're mad at them. You're not supposed to withhold sex from your partner that you're married to. Okay. Um, no, can you repeat? Uh, that, yeah, I know. this was kind of tricky. It it's it, the context is that you are not supposed to withhold sex to, from your partner. To uh, hold back. Это значит, что э, ну, оба не могут говорить, слушай, Мы у нас сегодня не будет секса, вот, потому что не хочу. I the goes, goes than just sex. Но я думаю, что власть она распространяется больше, <laughs> чем только на вот сексуальные отношения иногда я просто использовал свою власть говоря что слушай сегодня ты пойдешь к врачу that's, that's my interpretation. но это мое толкование как бы вот этого места писания здесь остановимся да? Важ, для женщин важно понимать That my submission to my husband Affects my freedom in the congregation. Что мое подчинение моему мужу влияет на uh, мою свободу в общине? In First Corinthians 11, 1 through five, it talks about women having their head covered. Uh, first? First 11, We don't have to read it. 1 коринфянам одиннадцать uh, с 1 по пятый стих там речь о, о том что женщина должна быть в собрании с покрытой головой.

И, Но я бы не смогла учить здесь, в школе и в институте, если бы у меня не было все в порядке с ним и с ним. Если бы Валентин сказал, что не учи об этом, я бы не учил об этом. Это подчинение. Когда я под, э, подчиняюсь, у меня есть невероятная свобода. I я наслаждаюсь э, множеством свободы в своей общине. Me. Мужчины уважают меня, и они прислушиваются к моим советам. И я чувствую себя очень и я чувствую, что ко мне относятся, как, что я имею привилегию. I have, my son, uh, to me. И мой сын слушает меня. And I'm not the first woman in his life Но я уже не самая первая женщина в его жизни. I let go of him. Я его отпустила. But he will still to mom. Но все равно он слушает свою маму. I'm also smart. <laughs> я тоже умная. И у меня э, хорошие отношения с моей э, невесткой. She knows I her place. Потому что она знает, что я уважаю ее место. So I'm submitted to her. И я подчиняюсь ей. И если я хочу дальше видеть своих внуков, я должна подчиняться ей. And so I don't argue with my son and my daughter-in-law about how to raise the children. Я не спорю, не со своим сыном и своей невесткой по поводу того, как детей. Now we have taught this class in our church. So I do get my opportunities. возможностями. Now another really important scripture when we look at submission is 1 Peter. Chapter three, verses one through six. Первая Петра uh, 3, с 1 по 6 стих, это очень тоже важное местописание, которое мы сейчас будем uh, рассматривать. Uh, здесь говорится о том, что даже если... Uh, uh, can you repeat it? If, even if to что если даже муж не послушен, то жена должна завоевать его своим послушанием, своим э, характером. И э, также должна доверять Богу. God, wrong, Когда я доверяю Богу, даже если я знаю, что... Кирк он заблуждается или ошибается? Я подчиняюсь ему. Я как бы э, свою практикую свою веру. Я доверяю Богу. В том, что даже если он ошибается, Господь достаточно велик, чтобы все привести в свой порядок. And most wives that have been married for probably more than 15 minutes have had a, an opportunity to get a little afraid. И каждая жена, которая замужем больше 15 минут, у неё была уже возможность э, испугаться. И были моменты, когда я смотрела на Кирка и я я была я боялась, что он пропустит что-то, что Бог приготовил самое лучшее. And I just get all и я начинала очень сильно нервничать. And it's like, Calm down, Karen. Но, но Бог Бог говорил успокойся, Керн. Доверяй Богу. И за эти годы я видела, как Бог не один раз работал с его сердцем. So И это уже не так сложно. Um, again, И снова же самый лучший пример подчинения это Ишуа. Two, Первое, когда, когда мы смотрим... Первая Петра вторую главу, мы, uh, там речь о Ишуа. 21. 21 стих. He's our example. He committed no sin. First Peter two. Uh, uh, First Peter chapter two twenty one. Twenty one. And following. Okay. Uh huh. First one he committed no sin. Uh, он не uh, первое он не согрешил. He didn't. There was no deceit found in his mouth. Uh -huh. И не было лжды, лжи в устах его. So То есть я не должна, как бы, обманывать или играть со своим мужем. Я не должна утаивать от него что-либо. Пойду-ка э, пойду я куплю себе э, пару э, туфлей, чтобы он не узнал, которые он не хочет, чтобы я покупал. But I'm gonna hide it in the back of the closet somewhere where he won't see it. You guys are laughing, but I know women that do that. That's deceit. Let's just don't tell him. And then look at this, it says while being reviled, he did not revile in return. Дальше говорится в 23 стихе. Подвергнувшись оскорблениям, он не оскорблял в ответ. Кирк so, меня никогда не обзывал, но даже если бы он меня обзывал, я не должен никогда не собиралась ему отвечать. Но честно скажу, даже больше это присуще моему характеру обзывать. Но так как это мне больше присуще, ну, перефразируем, что тогда он не должен был бы мне отвечать взаимностью. И страдая, он не угрожал. God's gonna get я, ты, ты за это получишь, я тебе за это сделаю. And he, he trusted himself to God. Но он пред, э, предал все тому, чей суд справедлив

уход или отказ от конфликта. Просто потому что вы не хотите заплатить цену, которую принесет конфликт. Это не подчинение. May, may Подумайте об этом на минуту. Is not the same thing as подчинение ⁇ это не то же самое, что послушание. I might be completely submitted and yet still я могу полностью подчиняться но при этом не не быть послушной приведу пример в моей стране могут например издать закон о том что uh, Теперь молитва считается вне закона, нельзя молиться. Так, например, произошло с э, Даниилом. Он не послушался. Но он подчинялся, потому что его бросили в львиный ров. So there might be times that I would submissively disobey. Но бывают времена, когда я слушаюсь, но не подчиняюсь. Не слу подчиняюсь, но не слушаюсь. Но нам нужно хранить э, свое сердце в правильном, в правильном состоянии. 1. Коринфянам 16.

Кто здесь из девушек, кто еще не замужем? Me again. Okay, girls, uh -oh. Девочки. Прежде чем вы выйдете за него замуж, вы сначала решите, является ли он тем, кому вы будете подчиняться. Если он дурак, прежде чем вы он будет дураком после. Если он, грубо говоря, козел до того, то и после того тоже. Him, to to а когда вы за него выйдете замуж, вы еще ему подчиняться должны будете? You get to yeah. okay, now let's talk about Теперь о конфликтах. I... Nobody's translating for me. No. <laughs> 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 easily. Trying to find a good word for jerk. Ah, it's a, it's okay. okay. It's okay. We got. Okay, fun. let's talk about conflict. We got a little. Fun. Now that we've had that conflict, let's get it settled. И после этого конфликта Now let me tell you about conflict. давайте расскажу вам о конфликтах uh -huh. э этого невозможно избежать если это не один человек то там будет конфликт иногда у меня даже с собой конфликты necessary если вы всегда соглашаетесь, то один из вас не важен тогда. So don't be of Поэтому не бойтесь конфликтов. Даже если ваша жена с вами не согласна, это не значит, что все должно прекратиться. Right И поймите, есть правильная причина для конфликтов. Я не начинаю конфликт для того, чтобы изменить его. Я веду конфликт для того, чтобы бороться за отношения. Для тех, кто еще не был, не состоит в браке долго, вот мой совет. И те, кто скоро вступит в брак, слушайте. Years, Если вы видите, что ваш партнер делает что-то, с чем вы не можете жить по следующие 50 лет, вам не стоит в, это, в этом участвовать. Now we're not about silly stuff. Мы не говорим о каких-то глуп, глупых вещах или простых вещах. Но я говорю о таких вещах, что uh, вы размышляете, например, она будет делать это часто, и это будет меня очень сильно раздражать. Надо говорить об этом. И, например, он не хотел мне причинять боль и мы например любим соус чили в техасе и например когда я готовила соус чили я спрашивал ну как тебе and he didn't want to start a conflict. и он не хотел начинать конфликт and he'd say, It's really good. и он говорил это замечательный чили и спустя восемь лет Then he tells me it's a little bit hot. Спустя восемь лет, он говорит, «Ну, чуть-чуть островатый». We had a much eight years later. И по спустя восемь лет, поверьте, у нас был еще больший конфликт, чем мог быть в начале. Because my heart was to please him. Потому что мое сердце было настроено на то, чтобы делать ему приятно. Why didn't you tell me? «Чего ты мне не говорил раньше?» translate that. We got it settled. But understand, we're fighting for the relationship. Sorry. I'm fighting for the relationship. Я борюсь за отношения. Because I wanted him to be happy with the food I cooked. Потому что я хотел, чтобы ему нравилась еда, которую я готовила. Now listen, when you're having a conflict, you better mean not be trying to win a fight. Но когда вы начинаете конфликт, проследите, чтобы у вас не было цели именно победить в конфликте. Those, fights, и когда у вас начинаются какие-то глупые ссоры, resolved, когда вы ничего не решаете в них, to say, well, to то вам нужно как бы остановиться и, и признать, что, послушай, мы здесь не решаем проблему, а просто боремся за то, чтобы кто-то победил. Let's talk about the difference between resolving a conflict and having a stupid fight. Usually, if we're going to have a stupid fight, it's because we're tired. Don't try to resolve your conflicts after 10 o'clock at night. Не пытайтесь решать свои, свои конфликты после десяти вечера. You can, you can put the anger aside. Uh, отложите злость. Call a uh, призовите истину. Go to bed happy with each other. Uh, отправляйтесь спать счастливыми uh, по отношению друг к другу, радыми друг к другу. И если это действительно конфликт, он останется и завтра утром. Вы отдохнете и сможете лучше думать. То, uh, что также помогает разрешать конфликты, это любовь. Я не хочу, чтобы это было так, по-моему. Я, хочу, я должна понять, почему он так поступает. Another thing that makes it different is humility. Uh, также смирение очень важно и делает разницу между глупыми ссорами и uh, решением. I can't tell you how many times и вы не представляете, сколько раз мы начинали конфликты, я всегда была уверена, что я права. И я поняла, что я не права. Но уже посередине конфликта я понимала, о нет, я не права. Но у вас должно быть такое отношение, что я думаю, что я прав или права, но я могу ошибаться. И я обещаю, что я вам серьезно говорю, что когда у нас было такое отношение, то многие наши конфликты решались легче. Now understand, It's put a priority on understanding the other person. И ставьте в приоритет то, чтобы понимать другого человека. We have wasted a lot of time in our marriage, both wanting to be heard. И мы потратили очень много времени в нашем браке, желая быть услышанными. Но лучше тогда, когда я, меня беспокоит то, как он думает. And he cares about how I'm И он, его заботит то, как я думаю. Now, just let me tell you, are are our Люди изучают наш, наш, наш разум, наши мозги. И я изучала целый курс об исследованиях в, ум, в умственной деятельности. And it some questions from my experiences. И это, эти исследования, этот курс ответил на некоторые мои вопросы в моем личном жизненном опыте. Каждый человек не обрабатывает информацию. Люди не обрабатывают одинаковую информацию. Некоторые люди очень последовательны. Э, линия за линией, строчка за строчкой. And some are а некоторые люди они просто избирательны. Они не думают Некоторые люди, они довольно конкретные. Они не мыслят образами или картинами. Они очень конкретны. А некоторые люди, они чисто абстрактно мыслят. Now think about it. If you have a thinker, Представьте себе, что есть э, э, конкретный э, последовательный мыслитель. Married to an abstract random. То есть человек, который мыслит конкретно и последовательно, и он женат на э, девушке, которая избирательно и абстрактно мыслит. So have, То это будут очень интересные конфликты. И вам нужно очень много, ну участия пасторского участия. Вы, наверное, не будете терпи, э, терпимы особо друг другу. Sometimes, sometimes иногда нам очень тяж... иногда нужно время, чтобы понять вообще, о чем этот конфликт, который у нас. And this is you do not want to be doing this at three in the morning, no это поверьте это не то что нужно делать i've had those arguments where we're like, what are we fighting about i don't know <laughs> I forgot okay now i'm going to share another little tidbit of information from you for you Кое-чем хочу поделиться с вами. That, um, was for me. Это было э, своего рода такой революционным э, открытием для меня. Не надо себе это рисовать, потому что я вам сейчас раздам. See this? It's a of a man's mind. Это картинка э, ра мышления или разума мужчины. Now, my translation may not be right. I didn't have a chance. Did you check this? Oh, Is it good? It's good. It's Joshua good. was my translator. It <laughs> Josh and he was like, make sure he checks it. Uh, okay. That. Notice there are no, all uh, these little halls. Uh, okay. It's translated for you. Mine's in English. So you have this hall, and it's it's the God Hall. It's the God Hall. Okay. Do you want at, me to pass at, it out yeah, now? Yeah. Why, don't, why don't we go ahead and do it now? There you go. This is the way a man's mind works, let somebody else pass it out so you can keep talking.: while you're pa let me talk whoa let me talk <laughs> just a minute while, while those are getting passed out In reference to conflict resolution: a lot of times the man most men will wake up in the morning in a whole new world. Uh, Karen's going to explain that on this hallway. But, but it's important if, if the man is fixing to leave to go to work and he has to be somewhere on time. И очень, например, когда мужчине нужно куда-то вовремя, он с утра просыпается, нужно, например, ехать на работу на определенное время. Просто женщине нужно понимать определенные вещи, потому что иногда мужчина может согласиться с чем угодно, потому что ему надо ехать и быть вовремя. Remember, so но вам нужно понимать, что цель конфликта ⁇ это, это, это отношения и построение отношений. Поэтому, если вы куда-то спешите, то вы должны просто отложить конфликт, но потом вернуться к его разрешению. Итак, возьмите вот эти листики, которые вам сейчас раздали. I understand that when the baby is in the womb, a baby boy gets bathed in testosterone. Когда ребенок он находится еще в утробе и его омывает тестостерон. Он влияет на формирование мозга. Men's brains don't work like women's brains. и э, разум мужчины, он не работает так как разум женщин и если вы будете это понимать это будет легче, вам будет легче решать конфликты то есть есть вот эти вот определенные как комнаты вот, вот это э, слева вверху это отношение с богом and he has a hall for his hobbies. Также есть место для хобби, he has a hall for his family, для семьи, and then his work, для работы, and his друзей и э, для мечтаний. И он, the например, family. может вот в этой проблеме на работе оставить вот именно в этой комнате, закрыть дверь и уйти как бы в другую комнату. Я верю, что так Бог создал. И представьте себе, что мужчине нужно идти на войну. Он закрывает дверь там, где семья. Или на работу. И он, и он, например, он закрывает вот эту дверь и концентрируется на том, что ему нужно делать сейчас.

And he can forget it. и забыть о нем I'm on. я двигаюсь дальше но если он не, не решит не вернется к этому конфликту то это как сыр который оставили не в холодильнике он начнет вонять okay, now, my out I need some more. now this is a picture Of a woman's mind. Это картинка разума женщины, мышления. It's all in one room. Все в одной комнате. Notice, it's all, it's, it's more detailed. There's more Там намного больше деталей, обратите And it's внимание. All jumbled in together. И все смешано вместе.

Она может стирать, готовить обед и в то же самое время еще помогать детям с домашним заданием. И это не, не так сильно как бы угнетает. But

То есть происходит эта ссора по дороге. The husband leaves that hall and shuts the door. Муж оставляет эту проблему, закрывает дверь. And he walks up here into the God hall. Переходит туда в комнату там где Бог. И поклоняется Богу без проблем. Вот бедная женщина. She can't get away from the conflict. Она не может выйти из этого конфликта. So how can I worship? Как я могу поклоняться? He's right here. Он здесь, рядом со мной. And how can he worship God? Как он может поклоняться Богу? What kind of a Christian is he? Какой он христианин после этого? Я скажу, что это часто происходит. It helps if you understand each other. Но помогает, если вы понимаете друг друга. И уважаете друг друга в том, как Бог сотворил вас по-разному. Кирк ⁇ это человек, который хорошо считает и запоминает цифры. I'm not so much. Я не особо. I'm the, I don't know what I am. Я даже не И мы, например, сидим на э, каком-то заседании э, э, как это, сове, на совете директоров и смотрим финансовый отчет. I always look to the bottom line. Я всегда смотрю на, посл на последнюю цифру. He will say, Look at this item here on such and such. And I'm like, "Where? What page?" А я говорю: It's easy for him. But there are some things I can do I can see quickly that he can't. see есть вещи, So when we go to resolve a conflict, we, it's really helped us that we understand that we're really different. И то, что нам помогло решать конфликты, это то, что мы поняли, что мы на самом деле разные. И когда вы решаете конфликт, вы не только учитываете, что это другой человек, но также принимайте во внимание, какова его позиция. It's good to their И, э, иногда просто э, таким образом отстаивается позиция. И иногда э, Духу Святому требуется длительное время. Ты хочешь, чтобы каждый день я тебе приносила обед, когда всякий раз, когда ты заходишь в комнату? Но он, наверное, подумает, слушай, наверное, надо пересмотреть мою позицию. In a, in a но uh, у нас будет мы, лучше получиться, если я просто скажу это более мягко. Exactly me, uh, что именно ты хочешь, uh, ты этим uh, пытаешься мне донести, Кирк? And, we, and we, we've gotten better at that after 37 years. <laughs> You're moving. Are you going to talk? Okay. He says it's true. Okay. James 1 19 and 20. 1. 1, 19, 20. Be ready to listen. Be ready to listen. Бог дал нам э, два уха и один рот. We twice as much as we talk. То есть нам нужно слушать в два раза больше, чем говорить. That's really hard for и это очень сложно для нашей семьи. И в нашей семье мы всегда готовы говорить все одновременно. Но you, you я вам говорю, что если вы будете готовы и э, открыты на то, чтобы слушать, то многие конфликты просто не произойдут. И вот то, что помогло мне с Керком, э, что мне лично помогло, когда он говорил, что слушай, честно, извини, ты мне уже это говорил, но я не слушал тебя. Uh, у, у, него, uh, у него есть очень сильная uh, черта, что он может uh, концентрироваться. Say, say say, okay, he но он, я, например, ему что-то говорю, он говорит, да, хорошо, но он вообще сейчас меня не слушает. Некоторые жены понимают. Но если он мне скажет, слушай, да, я знаю, ты говорил, но я просто не слушал, тогда я не буду так сильно э, злиться по этому поводу. Now, Когда вы пытаетесь разрешить конфликт... Э, Избегайте этих вещей. Avoid lashing out. Just bursting out in anger. Uh, избегайте того, чтобы избегайте вспышек гнева друг на друга, вот таких вот. Um, it's when ye, ну, иногда так, uh, люди поступают так, что щас, вот, она меня этим раздражает, но я ей сейчас не буду говорить но в следующий раз когда такое произойдет, то я напомню или или скажу. Кирк uh, такое часто делал. Да, просит, чтобы он объяснил, потому что он это делал. Карен uh, делала что-то, что меня раздражало. And I would think, well, she's just having a bad day. Or, or, one, one, of days, days, or that. one of those days, men will understand that. And so I, wouldn't say, I would just think I was being nice to not say anything about it. But then maybe after two or three weeks, she would bring up something. You know, when you do this, it annoys me. Но когда, например, спустя две-три недели она ко мне приходит и говорит, слушай, ты вот это делаешь, но меня это выводит из себя. Oh, if, well, if me, me no, last... Но я ей говорю, слушай, если ты хочешь сейчас рассказать, что тебя раздражает, я тебе сейчас начну перечислять, что меня раздражает, и я тебе не рассказываю. Вот о чем э, мы говорим, и это не помогает. На which, самом which is, if... И неважно кто кто начинает или говорит о причине конфликта, other well, this, this this. то другой, другой стороне не нужно сразу бросаться в ответ какими-то вещами типа вот у меня есть тоже вот то-то и то-то и то-то для тебя. И, наверное, мужчина-то лучше получается как бы в ответ uh, говорить какие-то вещи, которые его раздражают или uh, ему не нравятся. Uh, то есть у мужчин лучше получается как бы, переворачивать все в обратную сторону и обвинять в ответ. И вот в этом преуспел Адам. So, uh, избегайте этого, если можете. A conflict, a a Я знаю людей, которые, когда решали конфликт, у них рядом лежал uh, лист бумаги. И они начинали записывать и говорили, окей, хорошо, мы еще к этому вернемся. It's just to get it Но лучше просто решать. Если вы хотите решать конфликты, я вам скажу, как это выглядит. You both each other вы, вы, вы должны понимать друг друга лучше и вам стоит часто приходить как бы с новым решением с новым планом решения проблемы и тогда когда у вас есть совместное решение, тогда оба будут победителем everybody loses a little и иногда мы любим как бы идти на компромисс, но часто в компромиссах кто-то теряет что-то. Really но когда вы на самом деле решаете проблему, то все побеждают. И вот что вам следует. Чего, к чему вам следует стремиться. Теперь поговорим о завете. Завет это не то же самое, что контракт. И брак — это не контракт. Когда вы вступаете в завет, он на всю жизнь. И когда... Вы, когда вы разрываете свои отношения, то это действительно разрыв. И если люди, которые вступают в брак, они потом решают, что они не хотят больше быть в этих отношениях, то они действительно разрывают. Now we're gonna we're gonna Также поговорим о нуждах. Есть базовые нужды у всех людей. Men and women. У мужчин и женщин. У меня есть uh, как бы, об, наглядный пример, но мы еще... Ну, походу будем работать. На like this, uh, вот что-то подобное, но только на русском. И on uh, основание этих uh, нужд ⁇ это наши биологические нужды. Мы должны есть, мы должны быть дышать. We have to poop. To to и нужно в туалет ходить. I mean, Это основные базовые нужды. The next, one, next layer up is we need to be safe and we need to be, uh, and I, this was kind of hard for Josh. The idea that we need to be safe, but we also need to be protected. We need to be secure. Uh, мы, мы должны чувствовать себя в безопасности и защищенности. Это следующая uh, базовая нужда. I understand? These are not wants. These are needs

он им, ему хочется чтобы вы его уважали или ее то значит что это э, в этом есть нужда Now part, и на вершине the, uh, they, the they self это самоутверждение или самореализация то есть я должна я должен делать и осуществлять то для чего я был рожден чтобы делать это и осуществлять и быть это, это потребность это нужда uh, и место писания для этого это ефесянам 210 uh, мы соработники uh, с христом у каждого есть работа которую мы должны выполнять He's we're to, do and we get to walk in them. И еще дал нам работу, в которой нам, которую нам стоит исполнять. Okay, so those are the basic needs. Это базовые потребности. И теперь мы поговорим о том, как, каковы нужды мужа от его жены. Number one, каковы нужды мужа от его жены. He needs respect. Первое ⁇ это ему нужно уважение со стороны жены. Ефесянам 5.33. So Очень легко жене забыть о том, что она уважает своего мужа. Но нет человека на всей земле, которого я бы уважала больше, чем моего мужа. Но в каждодневной жизни иногда я просто забываю, насколько я его уважаю. Но я также могу забывать Говорить ему или позволять ему понимать, насколько сильно я его уважаю. Sure Недостаточно для меня просто уважать его. Важно также, чтобы он понимал и знал, что я его уважаю. He needs it. Ему это нужно. Знаешь, я тебя уважаю, да. номер два. Что мужу? Второе, что, э, в чем нуждается муж? He needs Get your mouth under uh, он, он хочет, чтобы э, жена э, держала под контролем свои уста. Чтобы не, не говорить. Была дисциплина в ее речи. Your mouth. Чтобы жена могла дисциплинировать свою речь. Do not wear him out with words. Не надо его утруждать или утомлять количеством слов. Quiet, И наградой является жена, которая умеет э, молчать. Now, get, you husband, ladies, И когда, в, когда вы вступаете в брак, э, женщины, вам нужно быть э, учеником своего мужа.

That it's an airplane. Ну, можно увидеть, да, что получится самолет. It's a fun game. Это забавная игра. И я вам объясню сейчас кое-что о, о, о женщинах и о том, как они общаются, как они говорят. You it, you know, we, other, we и, женщины, когда мы говорим, мы часто не uh, соединяем все точки. We just each other. Просто женщины, когда между собой общаются, они просто понимают друг друга. Most women are very good at cues. И многие женщины они хорошо э, объясняют и понимают невербальную э, невербальную речь. And then you go to try to talk to your husband as if he were your girlfriend, and he doesn't understand anything. If you were going to talk to your husband, and you've got to make sure you get those dots really close. to своим... nee. silly games. Не играйте в глупые или простые игры. если он вас любит и вы, вы хотите чтобы он собирал свои грязные носки и ложил их в корзину для грязного беля то скажите ему об этом Don't expect him to figure it out. не ожидайте что он догадается об этом и многие мужчины, которые уже продолжительное время состоят в браке, они иногда говорят что С, э, я даже не понимаю чего она расстраивается I I I я знаю что я что-то сделал но что конкретно я не знаю so you have your speech clear. то есть жены должны четко изъясняться. И должны давать понять своему мужу, что беспокоит вас или что делает вас счастливой. Now, here's my вот мой пример. Когда мы только поженились, то часто Кёрк мне приносил небольшое растение. И это очень много значило для меня. Он немного тратил на это. Но это говорило мне о том, что он был в магазине и он думал обо мне. Но у меня не очень хорошо получается следить за растениями. У меня лучше получается с искусственными. И обычно те растения, которые он мне приносил, погибали. И он это и истолковал так, что я не ценю его подарки. Really и это причинило ему боль. No Но я не подозревал об этом. Но он перестал приносить мне подарки. И я, я больше, больше, чем, uh, наверное, больше ожидала, что он мне принесет какое-то растение за 50 центов, чем кольцо с бриллиантом. Because, я, я бы выбрала. Because he was thinking about Потому что он думал обо мне. И когда мы, у нас начался конфликт, мы uh, разобрали эту ситуацию. He still bring me Но он после того до сих пор не приносит мне растения. He's not он, он не глупый. Did, he's Но он э, снова э, дает мне понять, что он думает обо мне. Okay, here's four, that a man needs. А четвертое, в чем нуждается муж? He needs peace. Ему нужен мир и покой. So, woman, when you are making your home, you want to make your house a place of peace. Uh, so you life, a place peace. Now, Proverbs 21, 9 and 19. One of them says it's better to live in the corner of a house with the, than with a contentious woman. Contentious, griping, fighting, always uh, looking. And the other one says it's better to be in the desert than with a woman that's always looking for a fight. So it's your job if you take on the role of wife, it's your job to make it a his home a place of peace. И как, э, как у жены у вас есть задача, чтобы сделать э, ваш дом местом мира и покоя? Five. What does a man need? Пятое, в чем нуждается муж? Sex. Это секс. First 7, Первое Коринфянам 7.5. Э, притчи 5 из 15, э, с 15 по 20 стих. Это нужда. И как у жены, у вас есть привилегия прославлять Бога своим служением. Worship the Lord husband. I worship God by ministering to my husband. Ну да, прославлять Бога служением мужу. Okay, what does a wife need from her husband? Теперь в чем нуждается жена со стороны мужа? And this is interesting. Love. Любовь. Это всегда для меня было интересно, что Бог говорит муж, жене уважать мужа, но мужу любить жену. Я не говорю, что муж не нуждается в любви. Но как бы оказывается, что жена больше нуждается в том, чтобы она ей говорили, чтобы она понимала, что она любима. И в том же Ефесянам 5, три раза мужчины говорят, «Люби свою жену». Трижды мужьям сказано любить жен". Laugh ⁇ любить Джон ⁇ И я просто uh, смеюсь, потому что иногда действительно мужчине трижды нужно сказать, чтобы он услышал. Uh, Колосянам 3.19 то же самое сказано.

И это сложно. Но я не думаю, что они настолько же сложные, насколько вот стихи, о, касающиеся мужчины и понимания жены. Единственный мужчина, который понимает женщин, это Бог, из тех, кого я знаю. They don't us. Они, нас, они нас не понимают. Но я нуждаюсь в том, чтобы он меня понимал. You know what that means? Знаете, что это значит? That means he's walk really to God. Это значит, что ему очень близко нужно иметь отношения с Богом. God has got to me to him. Потому что Бог ему должен объяснять разные вещи обо мне. I can't even do it. Я даже не могу это сделать. Я не знаю, что со мной не так. Women, и, 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 и как женщины, к нам не прилагается инструкция. Of course, a man would never read it anyway. Но все равно бы мужчина ее не прочитал бы никогда. Ага.

Что с ней, что плохо? Это, например, э, хор хороший пример, если у вас есть ваза из китайского фарфора, очень дорогая. Это you know, не ежедневная посуда, которую вы пользуетесь и делаете все, что хотите с ней. She's a very special thing. То есть она является очень особенным, and so you treat her with honor. и поэтому нужно относиться к ней с почтением. She needs it. И она нуждается в этом. Я смотрю на, вот здесь на женщин сейчас, и они улыбаются, потому что это в этом нужда. Это интересно для меня. That when you look at Ephesians chapter five. God's telling the men to, to die. The men are supposed to lay down their lives for their wives. I would submit to you that any man who is willing to lay down his wife for his lay down his life for his wife. Will not have any trouble with her submitting but every time some woman wants to complain about how hard it is to submit, I usually respond with it 's an awful lot harder what the man's required to do it's harder to die for your wife И всякий раз, когда жены ко мне мне жалуются о том, что им тяжело подчиняться мужу, то я им говорю, что даже сложнее мужу, как бы положить свою жизнь для жены. И я очень сильно уважаю тех мужей, которые пытаются любить своих жен, как Христос возлюбил Церковь. And make an Impossible to understand. И пытаются понять то, что невозможно понять. Know, me, me и я знаю, что когда он пытается понять меня, это заставляет меня чувствовать любимой. Now, three, Третье, в чем нуждается женщина. Guys like ей, и ребятам это понравится, ей тоже нужен секс. That works out nicely. Вот это хорошо want to работает. Yeah, uh, course, yeah. <laughs> Женщ, женщины uh, относятся к сексу немножко по-другому, чем мужчины. И мужчины как бы более активны. And они больше как бы ну уже женщины они больше склонны к романтике и эмоциям The way our work. Но опять же, это все возвращаемся к тому, как действует наш, наш разум, наше мышление. И это благодаря этому легче понять друг друга. И еще есть, не знаю, мы об этом раньше не говорили, но есть еще вот нужда в

Uh -huh. Ну, женщины например лучше понимают друг друга тоже или понимают друг друга когда они переписываются ага Okay. Maybe I should explain it this way. Texting can get a lot of work accomplished and a lot of things done easily. It uh, doesn't build a relationship. Многие, вот, вот она, как бы, but it, it's not a relationship. Because men won't understand the, the passion or the emotions, it's just words. Потому что э, мужчины они, они в этом не видят какой-то там страсть. Это просто э, или отношения. Это просто это просто переписка. Это просто слова. И что я имею в виду, что если вы хотите развивать отношения, то э, у вас должно быть общение лицом к лицу. And, and that... И в нашем э, современном обществе иногда даже 10 минут тяжело отделить для вот такого общения лицом к лицу. То есть это, я думаю, что это тоже нужда просто отложить телефон и пообщаться. Yeah, we, yeah. We, we do He's my friend. I'm having a wonderful dinner with my husband at so and so restaurant. Uh, вот в Америке тоже очень много пользуется Фейсбуком. Говорит, но меня поражает, когда муж и женой идут в ресторан, а она вот по ходу, пока они там в ресторане, она уже отправляет фотографии и пишет, что вот мы в ресторане. То есть она в сети, пока она с ним. Like, you, а муж говорит, «Слушай, я хочу с тобой побыть, а не с твоими всякими там приборами». И ну, точно так же с другой стороны so муж sure. может так yeah. себя вести. И мы говорили со многими парами о том, что просто телефон, он... Uh, он портит ну, разные отношения, препятствует иногда отношениям. Like, oh, а он говорит, а я все и так слышу, что она говорит. Но это неправда, он, возможно, около 95% того, что она говорит, он просто упускает. She wants face -to -face time. У не... Ей нужно время это лицом к лицу. And it goes the other way too. И ему точно так же. Точно так же и детям нужно это время лицом к лицу. И кое-что в нашей душе, оно просто остается неотвеченным, если мы не проводим время лицом к лицу. И когда дети ищут, когда их воспитывают, и они, и они нуждаются в этих отношениях, но не находят их, то они найдут их в другом неправильном месте. If, if the Если родители не убедятся или не убеждаются, что они имеют эти отношения лицом к лицу. For is only when in и часто просто в Америке, например, происходит так, что всякий разговор лицом к лицу происходит с детьми только тогда, когда у них какая-то проблема, когда они натворили что-то. А потом они еще и удивляются, почему эти дети не хотят быть частью семьи. Yeah. A... Remember, и снова же помните, это относится к нуждам. Много лет назад один мудрый мужчина сказал мне, что если у нас есть нужда, и она не отвечена в праведном образом или в праведном свете, то тогда она будет отвечена в извращенном свете. So we want to make sure that и нам таким образом нам нужно быть уверенными, что по мере наших сил, наши нужды, они отвечены, и нужды наших партнеров отвечены. Now, said that, let me, uh, give Также еще хочу коснуться другого аспекта. Если он не отвечает на какие-то или на какую-то мою нужду, то это не повод для меня смотреть куда-то вне брака. В течение 37 лет несколько раз было так, что я на самом деле чувствовал, что он не отвечает на мои нужды. И мое решение заключалось в том, что я просила Бога, чтобы Он ответил на мои нужды. И в это сложно поверить, но я знаю, что были моменты, когда я не отвечала на Его нужды. И это не является оправданием для него, чтобы искать какие-то другие отношения на стороне. Но его ответственность заключается в том, чтобы идти к Богу и говорить Боже, она не отвечает сейчас на мои нужды, ответь на них. Now, Коринфянам 13. Are you familiar with that passage? Знакомы с этим отрывком? Это отрывок о любви, обо всех вещах, какой любовь должна быть. Когда мы поженились в 70-х, Usually, during the wedding ceremony, they would read this passage of scripture. It's beautiful. It was. I think I'd been married about a year when I realized if that was love, I didn't love him. Uh, и где-то спустя через год я, я поняла, я подумала, что если любовь должна быть такой, то тогда я его вообще не люблю. Карен uh, вообще не была терпеливой. Карен uh, точно не, не добра особо. Сейчас там, не, да, там просто не, не радует и особенно, что мне было сложно, что там написано, что любовь э, не радуется неправде или не, ну, не ищет ошибок. Karen does. А Кэрон а искал ошибки? He hurt me there. Он меня здесь обидел? And he hurt me there. Он меня там обидел? And now you're me there again. И, то есть, э, и еще снова там обидел? And I I wasn't, I wasn't out First И я поняла, что, согласно 1 Коринфянам 13, я вообще не жила. Face, И тогда, помните, я говорила вот об этой любви Эрос, о крючке. Если Эрос — это вот любовь с крючком, то Агапе — это просто как бы прямая любовь. God loves us because He loves us. He doesn't love us for what He can get out of it. It's, he wants what's best for us, for us. The only way I'm going to be able to give that kind of love is for God to love through me. И единственное, как я могу дать такую любовь, это если я буду позволять Богу любить через меня. 13 was really a of God. И один человек сказал, что вот это 1 Коринфянам 13, это вообще-то описание Бога. Это о том, какой Он. So, you know, И во мне живет Дух Святой. He has Holy Spirit living inside of him. В Нем живет Дух Святой. So we can love each other that way. Значит, мы можем любить таким образом друг друга. Но мы можем любить друг друга только силой Духа Святого. То есть, э, не, не пытайтесь делать это своей плотью просто. Мы говорили о мы говорили о нуждах. Let's talk about our roles. Поговорим о наших ролях. What's the role? В чем роль мужа? One, he's to lead. Первое, он должен вести, он должен быть лидером. Now, is not the same thing as Лидер это не то же самое, что начальник или босс. И в первую очередь мужчина должен вести э, в отношениях с Богом. Я могу как бы смириться со всем, если знаю, что он следует за Богом. Я в любом случае должна следовать за ним, но легче всего, когда я точно знаю, что он следует за Богом. И для некоторых мужчин это иногда сложно, но вы должны вести также свое сокрушение перед Богом. Это не всегда сочетается с пониманием мужчины. Но всякий раз, когда я видела, что Кирк он сокрушается перед Богом и выбирает просто делать так, как Бог хочет, то я еще больше влюблялась в него. He's not a perfect leader <repeat> But and it's not just me, all of us on, on our leadership team at church he, we, he's easy to follow because we see him broken before God. даже просто в легче Remember I said how you deal with your family is how you're going to deal with your church. Помните, я говорила, что когда, э, так как вы, э, какие вы имеете отношения в семье, такие вы имеете и в церкви. Uh -huh. И мы, мы пытаемся научиться тому, как работать с э, разными поколениями лидеров. И это может быть вы, э, вызовом. Because our, our young people really respect us. Потому что, например, молодые люди уважают нас. They also know that we're not infallible. We make mistakes. И они знают, что мы не безупречны, мы делаем ошибки. So learning how to submit to each other has been a challenge. И поэтому обучение подчинению друг друга это своего рода вызов. And sometimes Kirk's made some mistakes. И Кирк, естественно, совершал иногда ошибки. You know, somebody, you know, the, 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 the он, например, мог доверить какую-то ответственность кому-то. И, например, он забывал и начинал это делать сам. Но они, эти люди, обращались к нему и говорили. Пастор Кёрк, но вы же мне это доверили. Это то, что я должен делать. И он говорил: "Ой, извините". Но причина, по которой люди готовы как бы не взирать на его ошибки, заключается в том, что он сокрушен перед Богом. Поэтому, мужчины, когда вы ведете, не бойтесь делать ошибки. Вы будете ошибаться, But lead anyway. но все равно ведите. I believe God will cover your backside. Я верю, что Господь прикроет вас. You stay broken before him. Но оставайтесь сокрушенными перед Ним. О, дядя, ты сделал это и не ожидайте от всех, что всякий раз те, кто за вами следует, будут говорить, что ⁇ О, папа, ты сделал классно ⁇ Вам нужно это слышать и ожидать этого от Отца Небесного. Второе. Роль мужчины ⁇ это обеспечивать. First 5, 8. Uh, 1 Тимофея 5.8. And that doesn't mean the woman can't contribute, but the man doesn't. He doesn't give up his role to be the provider for the household. Это не значит, что женщина не может в этом участвовать, но это значит, что мужчина не должен переставать быть обеспечителем. Number three, it's his role to protect. Третье это роль мужчины заключается в том, что он защитник. Now, what's the wife's role? Теперь роль жены. Первое. Бытие 2.18. Она помощница, должна помогать. Now God a for Adam. И uh, поймите, что uh, Бог сотворил, uh, сотворил помощника соответственного мужчине. This is not a lower position. Um, sometimes we used to talk about little girls as mothers' little helper. Understand, the kind of helper we're talking about here is like the Holy Spirit. И, но поймите, что о помощнике, о котором мы сейчас говорим, о, о модели помощника, это э, женщина должна быть помощницей, как вот дух святой помощник. The Holy is to as a И потому что о духе святом говорится как о помощнике. Now that's big deal. Но это уже очень большая ответственность. I see this as a И я нахожу, что помощь это очень духовная функция. То есть я имею в виду, что это во многом в духовном мире происходит. Но я также помогаю, например, ему с проектами. Но иногда, когда я пытаюсь ему помочь с проектами, не особо получается. My good, but my isn't very good. У меня хорошее сердце, но мои способности иногда ограничены. um and that leads me to to my second role that the wife has your number two job as a wife your job is to earn his trust uh, и вторая задача или вторая роль это заслуживать его доверие proverbs 31 11 uh, 3111 the heart of her husband trusts in her uh, в, uh, то есть сердце мужу uh, весьма уверенно Uh, da, уверена в ней It's a big deal. это тоже очень серьезная вещь я очень многих мужчин слышала в мире которые не доверяют своим женам помните я вам рассказала историю о том что вот например женщина она покупает обувь и прячет ее где то He's not gonna trust you when you do that. Муж вам не будет после этого доверять. Вы хотите обувь или вы хотите его доверие? If you, if smart, если вы достаточно умны, то, э, то вы захотите доверие. Shoes, и, и, вы, и вы получите обувь <laughs> попозже, обещаю. Намного легче получить э, обувь от мужчины, который доверяет вам. Okay, number three. Третье. Proverbs 31 15. Uh, uh, 31 15. It's the wife's role to take care of her household. Uh, Kirk and I got it settled early on. The house was my domain. I'm dropping something. Can I pick it up? Yes, I can. I can go fishing. The house is mine. Uh, Dom moy. The kitchen is arranged my way. И э, кухня, она обустроена именно по-моему. Он, он замечательный, он поможет мне готовить. He will, he will help me do dishes. Он мне поможет помыть посуду. He, he changed as many diapers as I did. И он та точно так же много памперсов менял, как и я. Но он не перестраивал или переделывал мою кухню. I can say that in two Я могу сказать это на двух in языках. It's mi И на испанском <laughs> тоже могу то, то же самое сказать. Также, согласно притчам 31, нормально, когда жена работает вне дома тоже. Мой папа так не думал. В его культуре было это э, непонятным и неприемлемым, если женщина работала вне And дома. I my him this и я помню, как моя мама показала ему это место Писания. Okay и она говорила, что, слушай, ничего плохого, если я буду работать вне дома. And he was like, okay. И он сказал: "Ну хорошо." Um, let's stop there. We're at a breaking point. Well. And we'll pick, up, we'll pick up there tomorrow night.